8 марта сегодня. Да, до конца дойди еще. Это Международный женский день. Мама целое утро встает. Что должны мужики делать? Могу сказать, что с 8 утра. Могу спать. Лестницу пойдешь убирать. Очень хорошо. Это завтра можно. Включили. Кто там еще? Это Вероника. Сегодня праздник всех женщин. И маленьких тоже девочек. Ну, кто-то звонит. А, не Нестерович у нас. Нет. А, значит. Маша Цикун. Цикун, Маша, телефон. Что ты телефон там включил? Включите, включи. Ну что он не работает? Настеньке звони. Да я туда попробую. Какие телефоны? 5-6-2-2-4. Ну я ж нажимаю, что ты нажимаешь. А, я вижу. Занято. Занято. Где ты, Маша? Как ты позвонишь? Занят? Маша. Кушает Маша. Надо дождаться гудка, потом на... Так, а на бывает, что вообще гудков нету. О, занято, ну занято, ведь уже сок мы звонить. Болтая мама с кем-то. Трубку с собой взял, позвоним. О, кто-то так руками лякает. Нет, шлюпка. Ты тебе завтра тапочки подарок. Нет. Купим, будем, у Минске купим, ты знаешь, что купить. Вот такие вот, глянь, вот такие они хорошего качества. Добрый, ну что сейчас? Литые они. Хорошо, покрашу. Что? А стаканчики? Ой, самое главное забыли. Дайте вам два пужерочка. Нам с папой надо снова принести сердце. Папа ставили стаканчик. Маленьких? Больших стаканчиков. Наши девочки сели за стол, который... Мы друг друга уже поздравили утром, да? Которые приготовили мальчики стол. Нет, ну, с потом так. Ну, не так. Ты не вот так вот. Держать тебя. Держать. Поздравим. Друг с другом. Сан, поздравим, мама. Ой. Ну да, ну, пусть мама такая... Значит, я все у вас не знаю. Скажи, что мне у тебя наружка. Скажи, чтобы маме было добро. Она здоровенькая была и веселая. Спасибо, сынок.
папе спасибо. Ну, папе. Потому что же ты барабан надоел. Да. Ну, что, а ну что, открывай. Да? Сразу? Я уже открыла. Когда она справилась, уже открыла. У нас скатерть красивая. Видите, мальчик? Не, ну, чуть-чуть сними, давай. Просто видите, видишь, какая у нас скатерть? А потом я вас сниму. Видишь? А шампанское потом будете? Шампанское. Потом уже кто выцепил. Да, не хочется мне купить. А я не хочу вместе стоять. Шампанское, вот. Ну, семья, никто пить не хочет, ни шампанское, ничего. Немножко все, мне много не надо. Это папе. Иди, солнышко, сейчас меня с ними, я ей 20 слова скажу. Пробочку закрой. Мама сидит, даже не красилась, ничего. Вот, вот сразу отсюда, на меня, а потом сюда вот. Подойдешь, сам уголок. Видишь? Мама, как можно. Поздравляем наших девочек. А цветы где? С праздником 8 марта. Международный женский день. Желаем всего хорошего. Чтобы мамулька наша была здоровенька. Любила всех. И ее все. И не кашляла. И не забывали. Кашляли. И девочка наша, чтобы ну, счастливая выросла. Как папа их не ругал, жалел, все им покупал. Работал как черт. Ну, да. Здоровье-то главное, конечно, вам. Надо вот такого браться. Не, уж давай так. Давай. А, нет. Видишь? Видно, что стекло. А, стекло. Да, дали все. У нас тоже что-то плохо стучит. А чего? Просто много. За наших женщин и девочек. О, сидит малая наша. Пусть я с ними. И тебе, сынок, чтобы было все добро. Коптяйте, ну, девочки не обижали. И ты их, ну, естественно, чтобы на них не кричал. Девочки не обижали. Вот и его старше. Ну, ребенок в семье, но все равно надо девочку жалеть. Это я. Хозяин. Меня сын снимает на камеру. Моя сынок, он живой, как я, ну, ростом. Я очень им доволен и очень самосчастлив. У меня такие дети. Большие, крупные, самое главное, что, ну, добрые. Нехай они, ну, такими растут. Чтобы они потом не забывали, что у них такие папа был. Может, смешный, может, где-то плохие, но их очень любит. Ну, все, сынок. Окей. Надо ждать, пока забарат. Вам тарелочки помыть немножко. Хорошо? Тарелочки помыть, батьку. Сегодня 8. Мы завтра едем в Минск. Я посмотрю журнал. Звезды. Мне кипятка налей, только не полную кружку. Здорово. Мам. Маленькая, привет. Наша маленькая женщина в квартире. Ей надо белый хольфик рассыпать, а нету. Я не понимаю. Папа, эти воду льют много. Больше, да. Это хорошо, что больно. Мне много, не лить. А это я не налью. Вообще? Чуть-чуть. Вероника, она же сказала, бороду не трогай. Ну, дай ты ей зажить. Не трогай. На, Русланчик, убери. Не слабо налил. Морально, экономить надо. Чуть-чуть. На дне. За тот берег не будет. Правильно, надо чуть-чуть. Вы можете поменять для света. И красные тарелочки для того. Поменяю все. Парни наши. И ножик. О, заскакал я. Ну, разве это ножик? А я... Им резать хорошо. Зеленый. Да, им резать хорошо. Нет, ну не торт. Торт раскрошишь. Ну, прям, он наш как пила. Он же пилит. Ну, ты не спал? Тихо. Телефон тихо. Мне. Да. Нам с тобой. А папе какой? Не надо пока, я себе сын булочки. Сережку случай. Ну, пока не давай, я потом буду. Вот этот маленький. Все понравится, не понравится. А где водитель? Новые цветы появились. Это Вероничкины. Тюльпанечка. Это орхидея маме. Она такая была, ну, цветущая и вечно живущая. Кривенькая.
Там у воды. А это на стул уже влезла. Она хочет быть не, так, не такой, как все. Она всегда будет или на стуле носить, или на телевизоре. Да,